отдых должен быть культурным. Почему в СССР нельзя было болтаться без дела в свободное время? В кино или на танцы? В глазах это полыхали какие-то зори, и я не мог положить ладони ей на талию. Это очень романтично всегда было. Кто был первым парнем на деревне? А если вот ты гитарист, ну это вообще все просто ждут. Так вот он баян вытащит. Вот это я понимаю. И куда тут с гитарой, тут как будешь выглядеть, как бледная поганочка. И за что дворовую шпану наказывали родители? Меня за шкиры выбрасывали постоянно оттуда. У нас мальчишек в почете были вот такие вот перочинные ножички. Славно поработали, славно отдохнем. Досуг в СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым. В субботу в 13:20.